Во время патрулирования по улице Строителей нами были замечены двое мужчин, которых на руках были неопознанные предметы, баулы. Мы, увидев их, поймали, задержали. В ходе беседы они выяснилось то, что они обокрали квартиру, после чего подожгли. Позже выяснилось, что один из задержанных случайно заметил приоткрытое окно квартиры на первом этаже. Недолго думая, залез и вынес вещи, которые на время припрятал на улице. Испугавшись, что он мог оставить отпечатки, вернулся и поджег шторы на окне.